На открытии года семьи в музыкальном театре собрались десятки многодетных семей со всего Хабаровского края. Среди них и Дайханум Деккер, мать пятерых детей, трех девочек и двух мальчиков. По ее словам, совмещать работу и воспитание детей всегда сложно. Большую помощь оказывают старшие дети, присматривая за младшими. У самой Дайханум родных братьев и сестер нет. Я один ребенок в семье. Наверное, это и дало толчок к тому, что у меня много детей. Потому что мне было одной скучно, не очень, и у нас все дети желанные. Среди приглашенных семей и те, кто имеет почетные звания. В регионе 12 семей награждены орденом и медалью ордена «Родительская слава». 27 многодетных семей отмечены таким же знаком Хабаровского края. 51 многодетная мама получила почетный знак «Материнская слава» и 3 папы «Отцовская слава». 23 января на Всероссийском семейном форуме «Родные, любимые» в Москве президент Владимир Путин официально открыл год семьи. Хабаровский край на нем представила семья из Комсомольского района. О регионе они сочинили стихотворение. Родина китов и самолетов, родина, где вырос ты и я. Край Хабаровский не снять со счетов, это щедрая амурская земля. В рамках года семьи президент подписал указ о мерах поддержки многодетных семей. Она предоставляется детям до 18 лет или до 23 лет, если они учатся на очных отделениях в учебных учреждениях. По решению главы нашего государства, многодетные семьи Хабаровского края смогут теперь получить выплату для погашения ипотечного кредита в размере 1 миллиона рублей с 1 января этого года при рождении третьего и последующих детей. Поддержка семей с детьми, особенно в 2024 году, стала главной задачей для властей региона. Еще одно подспорье – компенсация всем многодетным семьям, независимо от дохода, части расходов на газификацию жилья – до 150 тысяч рублей.